Вишня универсальная. Железова. Так и не дождалась высадки на постоянное место жительства. К сожалению, не удалось. Но вот здесь грядки с керамзитом, она меня уже заплодоносила. Дата посадки косточкой 2016 год. Сегодня у нас 2020, четвертый год. На четвертый год вступило в плодоношение, скажем так. Вступило очень достаточно обильно. Все усеяно ягодами. Некоторые деревья полностью усеяны ягодами. Вот такие вот у меня результаты. Такая шикарная.